Я помню поездку в Непал и гул самолетной турбины. Я с трапа случайно упал на липкие потные спины. Всем привет! Давайте разберем эту песню. Песня несложная, тут главное перебор выучить, а остальное уже все тут, в принципе, просто. Аккорды стандартные. А я вот подбирал именно в Ютубе, вбил, и самое первое видео, там он играет. Ну, в принципе, сейчас покажу. Легче так показать. Сейчас чисто Ютуб открою. Вот на этом концерте, да, вот если в Ютубе вбить, вот в этой тональности, тут он играет именно с квадастером, это будет фа-диез, то есть мы ставим квадастер на первый лад, ну, стандартный строй, квадастер на первый лад. А если на площадках послушать, то там ЕМ играется. Но мне больше понравилось в этой тональности, так что будем с квадастером разбирать. Но можно и без него, и тоже будет нормально. То есть вот, ну, примерно вот так будет звучать. Я помню поездку в Непал и гул самолетный. Ну, то же самое. Ну, давайте лучше разберемся с квадастером. Мне кажется, тут поинтереснее звучит. Итак, зажимаем. Ну, сами квадастер. Это будет нулевой лад, первый, второй и так далее. Итак, по аккордам. ЕМ сначала. Так, сейчас. Так вот, ЕМ сначала зажимаем на пятой и четвертой струне второй лад. И вот играем такой перебор. Итак, играем. Поставили ЕМ. Играем шестую. Теперь, ну, кстати, ЕМ пока можно... А, нет, вам понадобится. Поставили ЕМ. Играем шестую. Теперь... 3, 2, 1, но очень быстро. Вот так, да, вот мы именно проводим. То есть нужно быстро сыграть 3, 2, 1. Не просто вот так дернуть, а вот именно провести каждым пальцем. И теперь еще раз дергаем первую струну. Получается вот так. Теперь играем пятую, первую, и после этого начинаем заново. Да, вот дайте еще раз. То есть мы играем шестую, потом 3, 2, 1 быстро, первую, пятую, первую. Вот если медленно, получается вот так. Но это нужно сделать в темпе. Мы вот эти последующие первые струны играем очень так фончиком, стараемся сильно их не дергать. И так играется практически весь перебор, просто аккорды меняются. Я помню поездку в Непал. Поехали, теперь по тексту. ЕМ первый, да? Вот я помню. Вот доиграли, да? Один раз ЕМ играется. Теперь H7. Можно, если не получается, барре можно такой зажать. Но такой не особо тут вписывается. Лучше, конечно, в виде барре зажать. Это будет барре на втором ладу. На второй и четвертой струне четвертый лад. Играем тот же самый перебор, но на струну ниже басы. То есть пятая и четвертая играется. Ну, давайте быстренько еще раз скажу. Получается 5,
3, 2, 1, 1, 4, 1. Получается вот так. И потом опять ЕМ. Ну вот дайте еще раз. Я помню поездку в Непал. Теперь Д. Д у нас идет на первой и третьей струне второй лад, на второй струне третий лад. В Д мы играем перебор наоборот. Сначала дергаем четвертую струну, ну именно басы наоборот. Сначала четвертую, потом пятую. Остальное все то же самое. То есть получается четвертая, 3, 2, 1, 1, 5, 1. Теперь G. Сейчас. А, теперь G. G лучше полный зажать. Это будет на первой, второй и шестой струне третий лад, на пятой струне второй лад. Он такой более полноценно звучит. Так вот, тут мы играем шестую, потом пятую. Ну, перебор тот же самый. То есть получается, как ЕМ играем. Потом опять Д. И опять G. Да, это вот вторая строчка. Вот дайте еще раз. То есть у нас получается по аккордам ЕМ. Я помню. H7. ЕМ. Д. G, D, G, и теперь переходный аккорд E7. Тут мы зажимаем на пятой и четвертой струне второй лад, на третьей струне первый лад и на второй струне третий лад. Играем как EM, то есть шестую, пятую. Потом идет AM. Вот АМ можно чуть-чуть обыграть. Ставим сначала стандартный АМ, то есть на второй струне первый лад, на третьей и четвертой струне второй лад. Играем этот же перебор, пятая, четвертая. То есть вот сначала играем пятую. Ну да, вот пятую, четвертую сыграли. Теперь тот же самый АМ, но мы добавляем на пятой струне третий лад. Да, вот мизинцем зажимаем на пятой струне третий лад и играем то же самое. Пятую, четвертую. То есть получается вот так. Вот, дайте еще раз. Да, вот дайте с текстом. Я помню поездку в Непал. Его самолетной турбины я с тропа случайно. Теперь ЕМ. Да, вот еще раз АМ, да, интересно обыгрывается. И после этого ЕМ. И ту же фишку мы делаем ЕМ, то есть на шестой струне третий лад добавляем. Да, вот поставили стандартный ЕМ, играем шестую, пятую. Теперь добавляем на шестой струне третий лад. И также играем шестую, пятую. То есть, да, вот. И я с тропа случайно упал. Да-да-да-да-да-да. Не помню, там липкие спины. Сейчас текст открою. А, на липкие потные спины. То есть вот я у самолета турбины, я с трапа случайно упал на липкие потные спины. Ну и соответственно заново. То есть последняя строчка мы просто играем два раза H7. Да, вот мы АМ сыграли, ЕМ также обыграли, и теперь просто ставим H7 и играем его два раза. То есть пятую, четвертую и еще раз пятую, четвертую.
можно вот последнюю строчку тоже обыграть, чтобы не просто Е много раз играть, а также добавить на шестой струне третий ла. И начинаем заново. Там то же самое. То есть вот на липкие потные спины вдвоем поднимали мое. Внезапно ослабшее тело. И только... Ну, это уже не помню по мелодии, но аккорды те же самые. Так, в целом, вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.